снова в мир пришла весна. А с ней к нам пришел замечательный праздник 8 марта, который согрет лучами солнца и женскими улыбками. Мы поздравляем вас, дорогие наши женщины, мамы, бабушки, учителя, воспитатели гимназистки. Начнем наш праздник. В добрый час! Айшем, сендеки козлермен де олайды. Айшем, сендеки козлермен де олайды. Когда сияет все кругом, нам разрешите вас поздравить с Международным женским днем. Поздравления зачитаем для девчонок дорогих. Счастья вам, любви, удачи, настроения, красоты. Пусть обходят неудачи и сбываются мечты. Пусть отличные оценки в школу для радует всегда. Будьте милыми такими, не меняйтесь никогда. Вас с весенним праздником, девочки прелестные. Вы такие разные, милые, чудесные. Иногда забавные, но всегда красивые. Оставайтесь, главное, самыми счастливыми. Как красивые, как прекрасные гимназистки у нас. Скажем честно, скажем ясно, вы, девчонки, просто класс. 8 марта, вот, девчонки, смейтесь весело и звонко. Все обиды нам прощайте, сами нас не обижайте. Со шпаргалками делитесь, улыбайтесь, а не злитесь. Скажем честно, мы сейчас очень скучно жить без вас. Девчонки наши, просто класс! И мы хотим поздравить вас с чудесным праздником весны! Здоровы будьте, сил полны! Улыбок и смешинок штук хватило вам на целый год! И получалось все всегда с 8 марта и ура! Поздравляем! Эту мелодию прекрасную.
хорошо следующие концерты. Знаю, что ты будешь пилить. Хорошо, давай дальше.
Так, я не поняла, почему так много картошки? Ты написала, картошка 3-4 килограмма. Здесь 3, здесь 4. Авиабилеты? Саша, ты без мозгов? Да есть мозги. Я предугадал, что так скажешь. Вот, томограмма, 48 снимков. И справка полагается. У Саши Гудкова есть мозг. Саша, ты имбецил? Я предугадал. Вот, справка, что я не имбецил. Хорошо. Ну, Саша, ну откуда у тебя руки растут? Дежавю, прям дежавю. Вот справка, откуда у меня руки растут. Там рентген полагается. Хорошо, что медицина бесплатная. Ага, 45 тысяч справка. 45 тысяч? Да. Саша, то есть ты хочешь сказать, что за 45 тысяч пошел и заставил врача написать, откуда у тебя руки растут? Саша, ну ты без мозгов? Да есть мозги, вот справка. Я все поняла. Это не ты имбецил, это я имбецил. А знаешь почему? Потому что я за тебя замуж вышла. А еще самое главное, что когда ты мне предложение делал, ты мне на палец кольцо золотое надела, не из творога. Ну конечно, из творога не было. Отлично, потому что к чаю у нас как раз все есть. Умейте сменить на смех и радость. Мы любим и ценим вас за то, что вы украшаете нашу жизнь. Ваша забота и любовь делают нас еще сильнее, вдохновляя на хорошие дела, мужественные поступки и плодотворную работу. Еще раз хочется пожелать вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, успеха в любых начинаниях, настоящего счастья и чуткости родных. Пусть дети и мужья вас любят, а коллеги ценят и уважают. С праздником! Желаем вам счастья!